Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Спасибо огромное Рихардсу, он нам прислал очередную посылочку. Сегодня у нас 1 сентября, все сегодня детки пошли в школу, а я пошел за посылочкой. Ну что, ребята, ближе к телу, давайте вскрывать, смотреть 24 телефона, присланных нам Рихардсом. Будем смотреть, кайфовать, что нам прислал поставщик. Тут как-то через... Заклеено не так. Что-то я резал и не понял, где начало, где конец. А как понятно, у конца и нет начала, у кольца и нет начала, и нет конца. Так, вроде песни есть. О, как-то так, Рихардс ее уменьшил. Так, ну давайте, вот они, красавчики. Я думаю, телефоны суперовые. Так, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Остальные красавцы пойдут на завтрашнюю закуску. Второй партии. Смотрите, какие крутые телефоны. Первый раз вижу такую лыжу. Смотрите, ребята, не знаю, как вы, потому что у нас тут канал смотрят много профессионалов, которые видели, перевидели телефоны. Далее, Моторолочка, красавочка, Razer V3. Это не V3i, потому что нету расширения microSD карточки. Дальше, первый раз вижу такой телефон Tobis Phone LG. Камера 5 мегапикселей, гляньте, как классно открывается. Слайдер. Слайдермен. Был такой раньше герой Спайдермен, а у меня Слайдермен. Хопча. Вау. А это LG. Ребят, знаете, на что похоже? На мышку. Чпоньк-чпоньк. Так. Вау. А теперь прикол. Смотрите, какая громадная крышка. А, открываем. А у него такой экранчик. Дальше. Вау. Любителям Самсунга это, то бишь, мне. Смотрите, какая лялька. Что это у нас за модель? E840. Ребят, клянусь, я таких даже и не видел. Далее. Samsung. Это, по-моему, или Янг, или Ляфлё. Он и... забыл название. Я такие получал. А со зрением-то уже бэк. А ну, бэк-вокал. Что это у нас? 5360. Вот вам, батенька, и Юрий в день с вашим зрением. Вот вам и работа по ночам на компьютере. Siemens прикольный. Крутой. Так, это у нас Made in Germany. Так, модель не вижу, слепандя. CX65. Так, далее. Смотрите, в каком классном состоянии Samsung. Вау. Вот именно вау. Как люди аккуратно пользуются, ребят. Посмотрите, модель GTI8150. Не то, что муха. Сейчас буду подбирать аккумуляторы. Дай бог только, чтобы у меня именно были на эти. Посмотрите, как Samsung Windows Phone. 8 мегапикселей. Это вообще класс. Давайте аккуратно смотреть. Но тут, скорее всего, я так чего-то подозреваю, что может... Ага, тут вырвано гнездо, ребят. Вау. Если у меня такой виндофон лежит, я как-то получал, то я их могу поженить.
Я могу материнку просто сюда перебросить, но тут вырвано вот это крепление. Его, конечно, можно припаять, но я их ни разу, ребятки, не паял. Это именно под сим-карту. Видите, вырвано. Просто наглым образом вырвано. А телефон, конечно, жестянский. Вау. Так, далее. Теперь смотрите, красотка. Nokia Music. В каком состоянии класснючем. И это все в оригинале. Кнопки работают. Так. Что не открывается? Так, какую монету? Кто это у нас? RM303. А где же оно написано? Nokia Corporation Type Модель 5310. Да, зрение у Игорька поплыло. Тут вообще выломан. Кому-то не млося. Взяли, просто поломали. 3050, по-моему, это Samsung. Гляньте, состояние какое. Вау. Или не могли открыть, и вот этой штукой выломали. Ну, короче, не знаю. Будем сейчас проверять. И кто у нас крайний на сегодня? Вроде трещин на дисплее нету. Нет, правильно говорить. То я все время видео свои смотрю и говорю, что колхозник, так не говорят. Так, 80. А ну. 81,90. Ну что, ребят, давайте берем аккумуляторные батареи и вперед. Начну, наверное, с этого красавчика. Уж больно он очень мне приглянулся. Не переключайтесь. Что, ребят, я вроде разложил. Сейчас будем проверять на включение. Значит, давайте начнем вот с этого Samsung. Буду вам все показывать. Я за кадром просмотрел. У этого Samsung битый дисплей. Найти на него дисплей сейчас очень нереально. Я брал у нас на аукционах такие телефоны, тоже под восстановление. И у него, кстати, у того тоже битый дисплей. Сейчас, ребят, хотел быстро вам показать. А быстро только кошки родятся, и то слепые. Ничего не понял. Что за петрушка? Полностью уже закрепил все. Завал какой-то. Ладно. Короче, у этого экземпляра битый дисплей. Потом за него, за каждый поснимаю. Понравился вот этот вот телефон. Ребят, ну я не пойму, или он запаролен, или я что-то не так делаю. Данный Samsung на Windows. Смотрим. Дисплей, конечно, шикардосный. Windows Phone, телефон. Дисплей не битый. Смотрите качество. Такое сейчас, конечно, очень тяжело найти. Притом ни одной царапины на дисплее. Samsung Mobile. И вот смотрите, что сейчас произойдет. Напишите мне, потому что я почитаю, конечно, на форумах. Вот он запускается. И что получается? Сразу тухнет дисплей. Высвечивается. И ничего мы не можем сделать. Высвечивается таблица. Цифры. Ребят, честно, не знаю, как, что. Поэтому, если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, что это за может быть с этим телефоном. Или его нужно прошивать, или он без сим-карты не стартует. Поэтому, пожалуйста, всю какую информацию вы можете мне рассказать, буду очень благодарен. Далее, теперь давайте проверять Nokia. Сегодня видео только пока включение. Включаем. Смотрим, что заводится вообще с полтыка. Динамик родной. Легкая косметика, прошивка и телефон в строю. С
сложности, как я так думаю, как таковых сильных нету. Сейчас мы зайдем в меню. Так, вот у нас профили. Батарейка отсоединилась. Короче, телефон рабочий, буду проверять, потом отдельно писать видос. Сразу их прошью. Но перед тем, как шить, покажу, что с телефоном. Спасибо, Рихард, вам огромное, что подогнали аккумуляторы. Правда, аккумуляторы не на все телефоны хватает, но на какие хватает, на такие пробуем. Подсветка есть у нас, вот беленькая. Это тот, который выломан, видите? Тут состояние, конечно, шикардосное. Клавиши нажимаются. Все, потом тестирование буду делать, ребятки. Пока просто включение, чтобы не затягивать резинку. Далее, что с этим телефоном, я не знаю. Короче, что происходит? В рекавери зайти не могу. Или проблемы с дисплеем, или... Короче, что? Вот он вибрирует. Мы слышим звук вибромотора. Все, дальше никаких действий нету. Зайти... У меня где-то такой телефон был. Рихард, наверное, мне и прислал. Я сниму оттуда вам материнку, попробую переставить сюда. Может, что-то получится, тогда прояснится обстановка. Если нет, перекину материнку с этого телефона на тот телефон. Вот, опять. Он включается и все. Зайти в рекавери не могу. Дисплей не светится, не могу понять почему. Может, его уронили, может, попала влага. Короче говоря, ребята, буду разбираться. Но следов как таковой влаги нету. Все блестит идеально, так его натереть нельзя. Короче, разборы полетов. Далее. Проверяем этого товарища. Этот вроде включался. Так, сейчас. А, кстати, вот эти все батареи очень, кстати, тяжело подбирать. Не могу подобрать наполовину Самсунгов. То по высоте не хватает, то по длине не хватает. Не влазят, я имею в виду. Samsung Galaxy 5360. Сейчас не знаю, что с ним посмотрим. Потом за каждый буду вам снимать. Конечно, расстроился по поводу вот этого телефона. А, он T-Mobile. Все понятно. Если T-Mobile и он залочен, то это толку от него никакого. T-Mobile убрал услугу разлочки вот этих дешевых телефонов бесплатную. Поэтому только донор. О, кстати, он еще и на пароле. Ха-ха-ха. Все, понял, ладно. Вот за этот расстроился, ребята. Не включается. Думал, шлейф или что. Моделька прикольная, ну... Не судьба. Опять же, буду читать форумы, смотреть, не знаю, что и как оно получится. Ладно, не буду ковырять. Значит, что по LG? LG, скорее всего, слетела прошивка. Сейчас, если получится включить, потому что он долго не включался, потом начал пикать, миликать, мяукать. Сейчас покажу. Начинает мигать. Так. И начинается вот такое. Мне почему-то кажется, что это проблемы с прошивкой. Если я прав, напишите мне, пожалуйста, в комментах. Буду благодарен. Далее, LG. Вот этот прикольный телефон. Но опять же, надо посмотреть, чтобы он не был залочен на... этот T-Mobile. Далее, моторолка включилась. Это V3 Ryzer. И вот смотрите, сейчас он подгрузится. Тоже прикольный такой кубик, вот видите. Ну то Моторола завелась. Так, вот по меню.
Вроде клавиши все работают. Сейчас, если найду, вот он шпрех. Прикиньте, он не дает поменять язык, пока вы не ставите симку. Вот это волчок. Крупные цифры. Прикольный телефон, объясняю. Будем тестить чуть попозже каждый телефон. Ну, вроде работает. Этот телефон включился. Также клавиатура, вроде все работает, все нормально. И этот дисплей работает, и тот дисплей работает. Все отлично. Так, сейчас попробуем снять отсюда аккумулятор, потому что на ту лыжу я не нашел аккумулятор. У меня вроде они были. А, вот он. Ну что, пробуем завести. А, включился. А я мыкаю. Тоже интересная такая сзади крышка, как под карбон. Смотрите, сделано. Прикольно. Здесь как кожаные вставки. Такой интересненький LG. Вот это вот интересно. Правда, чуть-чуть подгуляла кнопка. Что-то с ней вылетело. Вот тут надо посмотреть будет. Наверное, защелка все-таки. Ну вот, просит ставить insert SIM-карт. Я так понимаю, у него сенсорное управление. Смотрите, как красиво светятся вот эти вот штучки. Смотрите, нажимаете. И вот они. Такой интересный телефон. Спасибо, Рихардс, что-то новенькое прислали. Ну все, ребятки, проверила телефоны вот эти на данный момент на включение. Ждем теперь обзоры на все эти телефоны. Работы хватает. Все, ребятки, всем, кому понравилось, ставим пальчики вверх. В конце видоса сфотографирую каждый телефон, так что можете досмотреть до конца. Переходите в описание, ссылочки на второй канал. Обязательно подписывайтесь, вступайте в группу. Всем пока-пока.